Витаю вас, мои дорогие, на канале Рулик 69, меня зовут Руслан, и это мир модификаций нашей доблестной Евротрак Симулятор 2. Сегодня мы с вами соберем очередную сборочку под номером 55. Благо у нас начали потихоньку адаптироваться наши карты, вот Roix у нас уже получила адаптацию под нашу актуальную версию 1.48.5. Ну и там ждут интересные плюшки на данной карте Roix Map. Там бесплатную версию карты, картостроители от Roix вкинули огромные территории именно с платной карты. Теперь уже в данной карте будет не 4 файлика, а 5 файлов. Ну это уже и радует. Значит, в следующем обновлении премиум версия будет, ну я думаю, что совсем шикарненькая. Ну будем посмотреть. Сборочка, ребятки, как всегда, интересная, сбалансированная. Ну из тех карт, что у нас сегодня есть в открытом доступе и которая более-менее как бы так нормально в адаптации и работает на нашей последней актуальной версии. Ну поехали, мои дорогие, будем потихоньку собирать, я думаю, будет классно. Итак, мои дорогие, мы с вами уже в менеджере модификации и начинаем собирать нашу сборочку 55. Что у нас будет в сборке, мои дорогие? Будет у нас карта Сибири, да, от версии 2.6.1, выставляем ее вниз, она идет у нас одним файликом. Далее выставляем карту Южный регион, версии 12.2. Также она у нас одним файлом идет. Далее выставляем карту Казахстана. Я в этой сборке использую карту Казахстана в адаптации от команды «Добро едет», которая включает в себя уже и «Орал». Выставляем модель DevMap. Далее, мои дорогие, выставляем с вами карту Азии. Напомню вам по поводу карты Азии, да, чтобы у вас было нормальненько все с данной картой, в буфере вы должны выставить не менее 30-очки. А лучше я себе выставил на 50 в буфере. И идет все гладенько и ровненько и нормальным хондером, как бы так. Понятно, да? За буфер просто вам напоминаю. Я думаю, что все уже в курсе дела. Ну, естественно, в описании под видео я вам оставлю заметочку, да, чтобы вы, как бы так, напоминание для вас, чтобы вы не забыли о буфере. С этим разобрались. Выставляем карту Азии. Asset, модель 2, модель и DevNMap, соответственно. И ставим вот этот фикс от Джерри, чтобы у вас не было проблем при пересечении вот этих платок, там Пхеньяне, Сеуле и везде в той стороне. Да? Вот этот фикс исправляет все вот эти проблемки. Так, далее выставляем с вами карту Волга, версии 1.5.1. Ну, с надеждой хочется мне, конечно, верить, что что-то будут с данной картой Волга делать. Но пока что вот она застыла на одном месте. Но надеемся, что что-нибудь да с ней и придумают. Так, далее, ребятки, идем. Карта у нас в Москве, версии 2.48. Выставляем модель Map Dev. Далее. Доблестная карта Roix Map. У меня стоит премиум версия. У кого же будет бесплатная версия, тоже без вопросов это все дело поставите. И все будет работать. И приоритет тот же самый. Хочу поблагодарить моего подписчика Сережу Хмырю, который задонатил мне на покупку премиум версии карты Roix Map. Сережа, большое тебе человеческое спасибо и нижайший поклончик от меня до самой земелечки за твой вклад в развитие канала и в приобретении карты премиум. Ну, благодарочка. Дякую от души, Сереж. Так, поехали, да? Выставляем карту Roix. Как я уже ранее сказал, и в бесплатной версии карты у вас будут присутствовать уже 5 файликов. Выставляем 5, 4, 3, 2, 1. Понятно, да? С этим разобрались. Выше выставляем Азеодончик 1.48. Выше Азеодона выставляем вот этот как бы коннектор фикс для работы Азеодона с Южным регионом. Далее выставляем также коннектор для работы карты Roix с Южным регионом.
Далее выставляем коннектор для работы карты ROX с картой Московии. Далее, ребятки, выставляем проект Кавказ. И в завершении всему ставим вот этот фикс от Jerry. Как бы так, для нормальной работы проекта Кавказ. Вот и все, мои дорогие. И далее, естественно, подложечку. Подложку ставьте в обязательном порядке, независимо от того, какую вы поставите. Ту, что я вам предлагаю, либо любую другую, но ставьте в обязательном порядке. И вот этот модик от Jerry на полноэкранную карту нашего игрового мира тоже советую поставить. Мод зачетный, у вас не будет проблем при удалении, приближении карты, все будет работать в идеале. Вот такая, мои дорогие, сборочка. Но напомню, как всегда, чтобы вы могли комфортно покатать под данной сборочкой, да, в нашей актуальной версии 1.48.5, у вас должны быть абсолютно все DLC карт, которые есть у нас в игре на сегодняшний день. Этих DLC у нас, ребятки, уже 8. С новым нашим DLC Балканы. Балканы, зачетнейшие DLC, катаю удовольствие, да я думаю, все катают удовольствие. Ну, попозже уже в самой карте немножко остановимся поподробнее на данном DLC. Понятненько, да? Я рад, что все понятненько. Все ссылочки, как всегда, в описании под видео, скачайте, не заблудитесь. Применяем и вперед в игруху. И вот так, мои дорогие, все это дело выглядит у нас уже непосредственно в самой карте, да? Вот он наш полнейший дефолт. Вот наше новенькое DLC Балканы. Что хотел сказать по данному DLC Балканы? Я вчера, в принципе, полдня катал, да, с программкой FPS мониторинг. И был, ну, так сказать, приятно удивлен. Ребята, особо таких падение FPS я не заметил. Были мелкие такие, до 20 единиц. Да, вот у меня FPS ограничен на 70. Ну, были падения до 50. Но это в некоторых местах и то микроглюком. Потом сразу все. Секунда. 50, опа, 70. Опять все пошло нормально. Но меня удивило то, что оперативной памяти подъедает 16 гигов. Есть места, где полные 16, есть 14-15, ну, возьмем в среднем, да, 14 оперативки хавает на ура. 14-15. 16 это в некоторых тоже местах. Так что, у кого мало оперативки, я думаю, что стоит призадуматься, как бы так этого дела поддобавить. Потому что игруха, наша Евротрак симулятор, стала как бы так поджирать оперативную память. Ну, осведомлены, значит, ребятки, вы уже вооружены и в курсе дела. Да, я думаю, все катают и уже это все дело как бы так заметили, да. Ну, в принципе, без подключения там, например, проги FPS мониторинг, особо вы ничего такого не заметите. Ну, заметите, да, зависание, подвисание и все остальное, как некоторые ребята писали, что даже были вылеты. Ну, такое дело. Так, это я вам донес, да. Далее, ребятки, вот у нас карта ROX Map, включающая в себя всю неньку Украину. Даже мой родной город здесь есть, вот Коростень. Класс, да? Отлично. Все стыковочки, все нормальненько, все великолепно, все, ну, просто шикарненько. Класс. Тем более, что бесплатные версии данной карты, так же, как вот утверждают разработчики данной карты, что добавили большие территории. Ну, будете катать, будете смотреть, мои дорогие. Так, далее у нас идет карта Московии. Что сказать? Ну, такое, как для меня, то это уже ретро-карта. Карта Палыча намного покруче. Это я вам могу со стопроцентной уверенностью это заявлять. Но, к сожалению, есть у нас, да, было на канале у нас видео со слитой картой Палыча. Но, к сожалению, там нет новых коннекторов. Будем подождать. Может быть, сольют новые коннектора. Ну, вот мы тогда соберем уже более-менее такую обширненькую сборочку именно с картой Палыча. Ну, а пока что вот катайтесь на карте Московии. Ну, такое дело. Тоже как бы так ничего. Так, соответственно, далее у нас идет, да, южный регион. Все нормальным ходом.
Вот, с Роикса вы можете попасть на Южный регион. Также у нас... У нас, с Турции по Азеодончику. Вы также можете вот с Кутаиси, да, на Карачаевский, вы уже на Южном регионе. Все отлично. Ну и наша, как бы так, карта проект Кавказ. Вот она идет. Все стыковочки, все нормальным ходом, стыкуется с картой Казахстана. От команды «Добро едет» в адаптации. Ну, как бы нормальный ход. Так, и далее. Волга. Далее, доблестная карта Сибирь. Шикарнейшая карта, ребятки, одно удовольствие катать. Естественно, Казахстан. Ну и дальше уйдет у нас не менее шикарнейшая карта. Карта Азии. Ребятки, тоже бомбезно, шикарно, все красивенько. Также все стыковочки, все на местах, все великолепненько. Класс, будете катать в удовольствие. Ну, мне в это хочется верить, в принципе. Вот, мои дорогие, то, что я вам могу предложить пока что из карт. Ну, будем ждать еще адаптации нашего доблестного промоц. И тоже что-нибудь такое интересненькое придумаем. Ну а пока что, я думаю, вам хватит поза глаза покатать вот по такой шикарной классной сборочке от Рулик 69. Класс! Приятных покатушек вам, мои дорогие. А посим, будем с вами прощаться. Как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. Как всегда, большая благодарочка и низкий поклон от меня до самой земелечки всем моим спонсорам, всем моим подписчикам, всем тем, которые поддерживают канал. Ребятки, дякую вам. Дякую. Будь добру, будьте мне здоровы. Все будет Украина. До новых обзорчиков. Всем пока-пока.